Сейчас у нас сколько? Сейчас у нас 11:45, понедельник, 10 сентября 2018 года. То ли на час, то ли на 2 часа дня. Соответственно, 13:00, 14:00. Они договорились, что сюда придет, привезут бетон. Сказали 10 кубов. Я не знаю, зачем это 10 кубов тут надо. Ну, какая-то лепешка на дне должна лежать. Наверное, на всю площадь этого котлована. Потому что я думал, что зальют ровно по габаритам. Сделают такую, типа, примитивную опалубку из досочек. Ну, не, сказал, все, зальем сантиметров 5 слой. Потом это все застынет, и потом уже будут лепить опалубку, арматуру кинут, опалубку и все такое. Там уже пойдет конкретно под этот пруд. Или это колодец, или черт его знает. Ну, короче говоря, для пожарных дел. И насколько я понял, но я еще уточню, хотя в конце концов увидим, это не будет открытый пруд. Я так понимаю, он будет накрыт крышкой. Я так понял. Хотя я, может быть, так просто понял. Может, на самом деле все будет не так. Видно вам, людишек, а? Вон они там копаются. Можно засыпать уже карьерчик. Виброплиту туда. Этот как начал там, виброплита вроде небольшая такая, ну средненькая. Как начал вибрировать, как начало сыпаться. Ну там сыпаться не то, что обваливаться, просто подсохший песок стал там сыпаться. Но все равно мне как-то не понравилось. Но стенки стоят очень надежно. Песок настолько плотный, что вот самое дно, вот здесь вот особенно, где я вот внизу, самое последнее, хочет. Самое дно. Еле-еле срывал. Прямо. Ну что это за вибрация? Ну что это за вибрация? Катерпиллер, я тебя спрашиваю, что это за вибрация? Я в пятницу или в субботу, когда? В субботу, по-моему. Поехал на заправку, разогнался по этой окружной. Ёлки-палки, такая. Я ничего не делал, я просто ехал. Во всей кабине такая вибрация пошла. Я испугался. Я сбавил скорость, поехал так спокойненько. Ну, наверное, от этой вибрации, которая вот происходит в процессе закрытия греферного ковша, видимо, что-то уже опять еще где-то раскрутилось. И уже вибрирует что-то другое, как я, в общем-то, и предсказывал. Катерпиллеровцы молчат, им вообще, но я имею в виду местный дилер, как он там, Авеско или что, они говорят, мы его заберем на ремонт, только что купили, мы только что купили новый трактор, и они его уже будут брать на какой-то там капитальный ремонт, они нам ищут какой-то трактор, который мы будем пользоваться на то время. Я этим шефам своим говорю, они его там добьют, доломают вообще. Если это брак, значит, надо решать эту проблему. Если это саботаж, что я, скорее всего, думаю, потому что им там зарплаты не платили, они увольнялись и, наверное, на прощание накрутили, навертели, навинтили тут, может, налили еще чего-то. Задняя стрела очень слабенько работает, очень, чрезвычайно слабенько. Я думаю, я не исключаю, что туда, ну, может быть, накрутили, но не исключаю, что и керосина могли гидравлику. Ой-ой-ой-ой-ой, беду. Я думаю, мы попали с этим трактором. Попали. Я потом все подробности, более подробно все расскажу. Все свои замечания, что-то уже не открывалось. Что-то уже с самого начала не открывалось, не закрывалось. Что-то уже с самого начала. Рычаги управления задней стрелой экскаваторной заедают как-то, закусывает их там. Плавная работа не получается. Это опасно для тех, кто находится в непосредственной близости от ковша.
если это канава. Ого, крутовато я подрезал здесь. Ну ладно, посмотрим. Блядь, нафиг вы ее поставили, надо было дождаться. Я хочу ступеньки вам сделать. Не-не-не, маячок я не буду сбивать. Слишком близко туда вниз заехал. Ну как тут, видно? Да по-моему видно. Чуть-чуть пониже и по горизонтальней будет первая ступенька. Вот. Она, конечно, высоковата, первая ступенька. Блять, начинается! Надо прицепить на длинную, на самую длинную, потому что... А, подожди, может я ближе подъеду? Вот тебе на, вот как, что значит, я потом поближе сниму. Что значит далеко от водопонижения? Ладно. Операция по спасению виброплиты. Посмотрим, чем короче, тем лучше. Ну ладно. Получится?
отцепи, пожалуйста, а? Тихо. Стоять только. Обед прям в поле, все заработал, хлебный суп, салат какой-то, суп на первое не поймешь. Вот это что на картошке лежит, что-то непонятное, но скорее всего хотели сделать макароны по-флотски. Все. Ну вот, был этот, который все точки дал, яма вырыта, точки даны, маячки. Там я ступеньки сделал, нивелир тут еще у ребят, немножко косой получился, но я делал так, как мне было велено. Вот здесь вот угол вообще заходит аж туда, ну лопатами придется. Вот такие вот дела, здесь лишний кусок, но ничего страшного. Это остатки моего обеда. Настоящему эсэсовцу. Вот такие дела, ребята. Неделя семидневная. Ну, 6 дней, короче, полных. По 10 часов каждый день. Все. Эх, налюбоваться не могу. Все сделано. Красота. Главное, чтобы не завалилось. Но всю эту неделю водопонижение должно... пахать, шуровать. Вот та точка, тот угол мне не нравится. Хотел я его цепануть там, но думаю, и так уже за много, аж до самых шлангов дошел. Ну, лопатками, ребята, лопатками, ничего не поделаешь. Все, ребята, дальше будет уже совершенно другая работа.